В результате совместной операции Тверского ОФСБ и Регионального следственного комитета задержан руководитель акционерного общества «Тверь Автотранс» Михаил Бондаренко. По версии следствия, он подозревается в присвоении крупной суммы денег организации, которую сам же возглавлял. По сути, он получал двойную заработную плату. В СОСК России по Тверской области возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2019 по сентябрь 2020 года в городе Твери генеральный директор акционерного общества «Тверь Автотранс», находясь на своем рабочем месте из корыстной заинтересованности, связанной с повышением личного материального благосостояния, используя свое служебное положение, незаконно выносил приказы о привлечении сотрудника к работе в выходные и праздничные дни без фактического исполнения своих должностных обязанностей, а также иные документы, которые послужили основанием для получения оплаты труда в двойном размере, в результате чего обратил в свою пользу денежные средства общества, которыми распорядился по своему усмотрению. Следователями регионального следственного комитета при участии сотрудников УФСБ России по Тверской области проведены обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Допрошены работники общества, назначен ряд экспертиз. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.